В Казанском национальном женском педагогическом университете хотят открыть свой музей. Там уже давно хранятся редчайшие артефакты, старинные книги начала 19 века. К сожалению, в настоящее время в музей имеют доступ только преподаватели, студенты и гости университета. Библиографическая коллекция включает в себя оригиналы таких изданий, как «Многотомник», «Путешествие младшего Анахарсиса», «Исследования Андрея Рудольского». Первый том этого исторического труда, посвященного Древней Греции, вышел в свет в 1808 году. Изначально он был написан на французском языке, затем переведен на русский. Автор посвятил свое произведение российскому императору Александру I. Самым старым экземпляром коллекции вуза считается копия первой русской литературной энциклопедии «Опыт исторического словаря о российских писателях», которая датируется 1772 годом. Стоит отметить, что библиотека Женского педагогического университета считается одной из самых крупных в Казахстане. В ее фондах насчитывается больше миллиона книг, а редких экземпляров в коллекции более 400. Наш университет располагает уникальной коллекцией старинных книг. Они расположены здесь у нас в музее. И у нас есть такое пожелание, чтобы она была доступна для всех казахстанцев, потому что это уникальные артефакты, начиная с 17 века. У нас есть идея, чтобы посетители заодно ознакомились с нашим достоянием, с историей нашего университета.